Мы же не знаем, как может обернуться. И что? Да, да. Так что? Я ничего не знаю, но я в ужасе. Страшно, что последнего островка не будет. Некоторые говорят, не ищи карточку, я не за книжками, расскажи, вот то-то-то-то, правда ли это? Да, я об этом слыхал, а теперь многие в ужасе. Люди, что в возрасте, не могут в интернетом пользоваться, не умеют. Телефоны, опять же, кнопочные, не дают этого возможности. Большинство-то кнопочные. Там кто-то хочет войти? Проходите, кто там? Меня зовут Гобрусева Тамара Сергеевна. Я руковожу русской библиотекой «Лада». Наша библиотека «Лада» существует уже 19 лет. И я здесь хранитель книг. И я здесь не только ради книг, но и ради людей. В мою библиотеку могут прийти люди не только за книгами. Иногда поговорить, пообщаться и сказать о своих бедах и проблемах. Я люблю книги и люблю людей. И рада, что под старость у меня есть такое замечательное занятие – служение людям и книгам. Мне очень нравится богиня древняя Лада, мать всех остальных русских богов. И мне кажется, это очень хорошее слово. Для большинства современных людей, для них Лада – это только машина, ничего больше. И заметьте, Лада – это ладонь, это ладный, это оладьи, это клад, это сладкий. Всюду встречается Ла. И слово Лада – и название нашей библиотеки. Создавалась библиотека наша в 2000 году в связи с тем, что из городских библиотек выбросили русские книги. Елена Надольник создавала эту библиотеку, а я в день открытия с двумя сумками книг пришла подарить книги и порадоваться, что будет русская библиотека в городе. Помещение сняли, а нужно было и за аренду платить. И сразу сказали, что зарплаты здесь не будет. Работать надо на общественных началах. И работать было некому. Я стала работать здесь. И наша задача была во что бы то ни стало найти денег на аренду, на свет, телефон, интернет, чтобы мы могли удержать эту библиотеку. Фонд у нас создавался так. Было призыв Елена Надольник, которая руководила сетью книжной торговли «Русская книга», решила открыть эту библиотеку, и во всех газетах было написано, что открывается русская библиотека, население прошу дарить. В течение нескольких месяцев население дарило книги. И когда здесь мы уже открылись, нам несли люди и дарили эти книги. Но то, что нам со свалки звонили регулярно, потому что книги из библиотек выбрасывали на свалку, и нам со свалки однажды позвонили и сказали, что привезли 7 самосвалов русских книг, и настолько хорошие, пожалуйста, приезжайте забрать, мы их накрыли пленочкой, чтоб, не дай бог, на них дождь не накапал. Мы не поехали забирать со свалки, потому что у нас и разместить некуда, и машины у нас нет. Те книги на свалке так и остались. Сейчас уже на свалку книги не возят. Их возят в Лиготно на переработку. Когда была общая команда книги из русских школьных библиотек отвезти, их не на свалку повезли, а в Лиготно на бумажную фабрику на переработку. И у меня твердый, железный характер. Я русская женщина из тех, что коня на скаку, в горящую избу. Это я запросто. Сидя в библиотеке. Что такое библиотека? Это тихое место, где все говорят тихим языком, тихим шепоточком, где книги и тишина. Это не так. В моей библиотеке есть я, громкая, шумная, активно вмешиваю в жизнь своих читателей. Ну вот проблема была на днях. Женщина, совершенно рыдая, пришла ко мне бабушка и сказала, что у нее из кошелька пропали деньги. Живут втроем бабушка, внук и дочка. И, скорее всего, взял внук. Я говорю, спокойно, сиди и слушай меня внимательно. Я сейчас твоего внука оправдаю. Она говорит, как? Можно оправдать кражу денег у бабушки? Я говорю, можно.
Твоему внуку 13 лет. Твой внук пытается устроиться на работу, нигде не берут. Он каждый день ест жиденький супчик или макарон, политый кетчупом, или кашу. Ты свою дочку вырастила на масле. Твой внук масло когда-нибудь пробовал? Она говорит, нет, мы не покупаем масло. Я говорю, твой внук когда-нибудь видел кусок, хороший кусок жареного мяса? Нет. Если ему изредка попадает сосиска, то это не мясо все-таки. Твой внук выглядит бедно и при этом чувствует себя не униженным, потому что у него есть чувство собственного достоинства. Он умный, образованный, он говорит на трех языках. А бабушка начинает перечислять, как внук растирал ей спину мазью, когда она болела. Как внук подходит к ванне, когда она после работы измученная в ванне. Он спрашивает, ты там жива? С тобой все в порядке? Как он делает все в доме, понимая, что мама и бабушка устали. Она начинает плакать и говорит, я никаких разборок устраивать не буду. Я буду теперь с пенсии, а пенсия 109 евро. С пенсии буду давать каждый раз ему 5 евро. И пусть он 5 евро истратит, как хочет сам. Я говорю, ну вот молодец. А пришла сюда готовая внука своего вечером разорвать. И эта бабушка приходит ко мне как к другу. Потому что куда ей еще идти? Не пойдет она к психологу утешения искать. Я знаю этого мальчика, он приходит за книгами. И бабушка сама подтверждает, что он делает уроки за одноклассницу для того, чтобы она пускала его в свой компьютер. Потому что своего у него нету, и интернета у него нет. Он ходит к соседке. То есть мы живем сложно, дружно, помогая друг другу и уважая друг другу. У меня есть три жизненные опоры. Моя семья, вот эта библиотека, куда я вкладываю душу, и моя дача. Вот если у меня в этом году уже очень много выросло огурцов, очень много я принесла сюда, и читатели многие, которым я объяснила, не забудь в понедельник приди ко мне, они могут у меня взять пакетик с огурцами. Яблоки уже какие-то есть, летние яблоки, с пакетик с яблоками. То есть если я могу поделиться тем, что у меня лишнее, это всегда и мне приятно, и человек уходит, потому что купить-то ему невозможно. Многие живут очень трудно, но не утратили способность улыбаться. Да. И они приходят сюда и говорят, слушай, но тут же совсем другое дело. Тут книжки, так сказать, в три ряда на полу, но тут ходишь, выбираешь, без книжки не уйдешь. Да, выбрал, что надо, и пошел к себе. Вот поэтому я сюда к вам и прихожу. Нужно вдумываться в каждое слово, в каждую фразу, любить свой собственный язык, понимать, откуда пошли истоки, и любить людей. Потому что что хотел от нас, зачем мы пришли в этот мир? Любить Бога и любить людей. Не надо никакие там заповеди запоминать и молитвы особенные. Если ты любишь Бога и любишь людей, то все остальное уже не надо. Все в твоей жизни будет правильно. Во-первых, у тебя не будет болезней. У тебя не будет никаких сильно больших несчастий, потому что правильно выстроенная жизнь – любить Бога и любить.